Здравствуйте, друзья! Мы в даунтауне города Санта-Крус. Это такая вот центральная, можно сказать, улица. Называется Pacific Avenue. Тут молодой человек играет в свое удовольствие. Так, а здесь вот написано «Не входить», кроме как на велосипеде. И ярмарка, друзья. Вот такая ярмарка. Мы сейчас поснимаем, что на ярмарке. Ну, обычно всякая ерунда. Ну, так. Вот ювелирка, колечки. Сумочки. Цветочки. Ну, вот обычно такая мелочевка. Керамика. Тарелочки. Hey, so you make it yourself? My wife does. By hand? Yeah. Wow. Да, вот жена его делает. Thank you very much. Так. Один делает, значит, другой продает. That was, you know how the flags on boats all mean different things, and they make secret card? Languages. Yes. They make secret languages. Uh-huh. That one means. It's a good investment. Да, тимки, такие страшные. Yeah, I believe you. Сумочки прям пахнет кожей, знаете, запах. Я очень люблю запах кожи. Hello. А там какие-то тоже с левой стороны. Тут какое-то хозяйство. Но мы пока по правой. Кружки, друзья. Там по тридцатке у него кружки. Там 28. Такое побольше. 38 вот этим. So, guys, you make it yourself? Wow. How did you learn the trade? How did you learn the trade? How do you know how to make it? I went to college. So they teach that. Okay. $30 чашечки, вот такие вазочки. Училась в колледже, не просто так. Варежки. Зимние шапки. Очень актуально в наших местах, друзья. Зимняя шапка. Ну, она такая, такая. Из рыбьего меха, можно сказать. Больше как произведение искусства. Я что-то такое ощущение потерял своих спутников, они куда-то ушли вперед. Солнышко немножко не с той стороны светит. Мне как бы в глазки получается. Just curious. Такие. Так. Купальнички с... Можно зайти померить. Тут у них примерочная есть. Свечи ароматные. Мимо идешь, пахнет ароматными свечами. Да, но небольшая ярмарка. Мы уже подходим к концу. Единственное, что обидно, что совершенно бесполезные такие вещи. Ну, как бы сказать, ничего такого насущного здесь нет. Так, больше для фану, для... Даже не знаю. Да. А это кожаные, видите, кожаные держалки для стаканов. Вот так. Thank you. Yeah. I really appreciate that. Yeah. Yeah, I try and focus on, you know, clean lines, polished edges, some other work. I've only been blacksmithing for a little. Ремесленники, там они делают кошелечки такие маленькие, там по 35, по 45 долларов. Это довольно дорого, учитывая, что можно купить там фирменного в хорошем магазине, это из хорошей фирмы. Да. Тоже ювелирка, колечки,
брелочки, свечи. Да. Все такое ароматизированное. Вот, наконец, мы догнали Светлану. Светлана, что ты скажешь? Ничего не скажу, это стеклышки все. Стеклышки красивые. Да, здесь хотя бы яркие цвета, такие красивые, все очень. Всем заведем это наш магазин. Заведем. Так. Ты головку не напек? Нет, ничего не напек. Пойду кружки посмотрю, красивые. Здесь красивые сумки, друзья. Такие. Наверное, в эту сумку можно бутылку с водой положить, как мне кажется. Не знаю, для чего они еще годятся. А вот кружки. Ну, красивые. Красивые кружки. 75 баксов. Она легкая. Очень легкая глина. Очень легкая. So, you are an artist? Yes, I am, yeah. So beautiful. Oh, thank you. I appreciate that. Yeah. Mystery. So they're mystery mini. So they're little wrapped mini like magnets or charms, and they each have like a theme, but they're all kind of wrapped, so you don't know what you get. Mm. It's like a little surprise. What is that? It's a little jar, so it's a little pumpkin, and the cork pops off, and it's a little jar. Oh, okay. Ага. Nature Academy Class 3 Fundraiser. Они, видите, цветные маечки для детишек, для маленьких. Они какой-то у них там класс. Так. На большого дяди типа меня, может быть, тоже есть, я не знаю. Но... Какой размер этот размер есть? 2X. Ну, это, наверное, даже на меня великовато. Хотя, они тут стиранные, усевшие. А я бы взял, честно. Друзья, как считаете, вот на нашем канале такая маечка пошла бы на блогере? Так, мы должны Свету спросить. Потому что она у меня является главным тормозом моих фантазий. Если я вдруг в какую-то фантазию ударюсь, она меня остановит. И тот маленький. Так, сейчас мы спросим Свету. Так, я люблю такие цветастенькие маечки. Брелочки. Вязаные брелочки. Вот, друзья, вашему вниманию представляется лев. Почем лев-то? 6000. Нет, 5. Ну да, 6000. 5999. Вот такой лев. Морда деревянная. Грива металлическая. Из трубочек спаянная. Вот такой лев. Тут весь магазин такой прикольный. Птичка. Даже не знаю, сколько такая стоит. Наверняка где-то у нее ценник есть. Такая птичка. Может, она, конечно, просто так стоит для красоты, чтобы, знаете, встречать зрителей. Хотя нет, там есть какой-то ценник на ней. Я не разгляжу, там он мелкий, видите, вот там вот. Не вижу. Так, вот наши друзья подошли. Грибочки, смотрите. Грибочки, собачка. В общем, много всякого. Тут из Индии разный товар есть. Вот, особенно так наверху, когда под потолком смотришь, все вот эти вот лампы.
И вот эти тоже красивые штучки, они так болтаются. Болтаются, и такое ощущение, что вот красиво. Типа красиво. А вот этого они Будды, смотри, прямо поливают. Он весь какой-то, я извиняюсь. Мокрый. Потекший. Мокрый. Мокрый. Расскажи, классно, да. Бабочки. Бабочки. А что с ними, с бабочками делать? Вот они, что они? Вот такая нитка, и что? Они просто висят? Крылышками они не машут. Просто висят. Наверное, для красоты. Смотрите, иди спроси у них там, что мы хотели спросить. А мы ничего не хотели спросить. Есть ли у них? Что? А. Да. Сортир. Да. Вот тут красиво. А это какие-то что? Книжечки, типа ежедневнички, знаете, так они. Календарики такие. Да, просто для записи. Надо же вот так. Заковыристо-то. Стульчики, знаете. Ой! Это стульчик, друзья. Видите, так, двумя ладошками. Стульчик. Ну-ка, давайте сядем. Ой! А неплохо сидится, знаете, неплохо сидится. Прям, мне прям по размеру. Ой, тут статуй какой-то еще. Ой, красиво. Красиво. Светочка, сядь, посиди вот на стульчик. Он очень твердый. Он твердый, но ты знаешь, Света, настолько органичный, да. Ты чувствуешь, как органично? Ой, да. Ты говоришь, стол сзади не трогай. Вставать не хочется. Он немножко задвинут дальше, чем. Да, он. Да. Но вставать не хочется. Не хочется, не хочется. Очень хороший. Может, нам такой стул купить? Он стоит дорого. Единственное, что у него спинки нету. Вот как на нем сидеть? Это типа табуретки. Надо на руке держать, но у меня просто вторая рука занята. Это типа табуретка. Светочка, если ты подержишь камеру, расскажу, сколько он стоит. Подержи камеру, так, чтобы в нее было видно зрителям меня и этот стульчик. Ой-ой-ой, тяжелый, зараза. Сколько же он там стоит? Ты видишь, что это? Нет. Я без очков. Нет, друзья, он очень тяжелый, чтобы его поднять. Я не хочу связываться. Там уронишь, не дай бог, он развалится. Ну, наверное, стоит хорошо. Будем так вот скажем. Стоит хорошо. И тяжеленный, может, вообще не подвинуть. Вообще не подвинуть. Тяжелый? Вообще не сдвинуть с места. Да ладно тебе, он совсем легкий. Ну как, легкий? Ну, я не знаю, но вот этот тоже тяжелый. Но этот, ну, тоже ничего. Ну, ничего, ну, можно подвинуть, можно. Это уже целая скамейка. Нет, ну-ка сядь, вот сядь. Уголочек можно, но эти как раз сядь. Не такие эргономичные. Давай, сядь. Нет, это просто как и очень неудобно спину. Не нравится. Шары. А вот это грибы эти самые, знаешь, как они? Да, грибы специально, чтобы курить. Окей. Не всякий гриб, друзья, можно покурить-то. Опа! Ну, красиво, смотри, Наташа. Красиво. Ничто не сравнится по красоте с Наташей. Ну, конечно. Но тоже, друзья, достойно внимания. Достойно. Да. Наташа, ты как человек с музыкальным слухом должна была бы сказать, где у них там до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Я пытаюсь. Так, а если просто так стукнуть поставить? До. Это больше на до похоже, кстати. Oh,
играет то, что надо. Да, здесь нельзя ноточку подобрать. Да. Разыгрались. Вот, может быть, это... Будда или... У них у всех разный тон. Это или она Шива, или... Вот это звенит, и вот это. И в этой религии. Видишь, они все по-разному звучат. Да. Ты не туда стучишь. Но здесь... Более глубокий. Да, да, да. Так, а если этим, да сюда? Нет, не этим, я думаю, вот этим. Да, это не берет. Нет, этой штука не так нужно. Вот так водишь. Она не водится. Не водится. Другой водится. С другой стороны вот так. Вот другой стороны. Вот, не так, смотри. Не водится. Надо в руку взять. Она водится. Я взяла в руку. Возьми камеру. Mm-hmm. Возьми в руку, снимай. Ой. Не звонит. Я, может быть, не специально сделали, чтобы... Ну, нужно звонить. Не умеем мы. Не умеем. Ну, будем так стучать. Да. Расскажи классный магазин. Самый. Отличный магазин, шикарный. Колокольный звон. Нет, это плохая песня, Михаил. Я знаю эту песню. Ну, я просто по содержанию. Хорошо, друзья, хорошо. Можно дом такой повесить. Просто надоест смотреть на него. Вот видите, крутится, и вроде как шарик. То ли он вверх поднимается, то ли чего. А сам... На самом деле на одном месте стоит шарик. Оптический эффект вызывается. Наташе понравилась улитка. Улитка стоит 50 долларов. Она глиняная какая-то. Постучим. А в другом месте, да, проверили на интернете. В других местах она по 250 баксов. Не знаю за что, но вот, короче, Наташа решила, что без улитки она не уйдет. Ну и правильно. Что действительно, если хочется, да. Надо брать. Один раз живем, правильно вы? Она хорошая, посмотрите, у нее как будто есть выражение лица позитивное. Мне нравится, что она позитивная. Очень позитивная. Да, я тебе скажу больше. Но выражение лица такое, я бы сказал, пофигистское. Да, я хочу пофигистское. Мне нравятся пофигистские люди, пофигистские, да. Выражения лиц. You wanna receive? Ой, а это прям какое-то оно... Это ЛГБТшное какое-то, скажем. Кто? Вот это, да. Может быть. Висюлька. Thank you. Thank you very much. Thank you.